Накануне Дня матери в Курске наградили победителей ежегодного областного журналистского конкурса «Семейный очаг». Более двух десятков участников, 110 представленных материалов, 5 номинаций. В одной из них «Найди меня, мама». Второе место заняла программа нашего телеканала из цикла «Возможность есть». Как сделать счастливым неродного малыша? Как сохранить семейный очаг? Ответы на эти вопросы звучат в материале о Железногорском центре социальной помощи семье и детям, где действует программа сопровождения приемных родителей «Добродея». Семейный очаг – это то, что необходимо каждому человеку, как взрослому, так и ребенку, а ребенку в первую очередь. Если кто-то, посмотрев нашу программу, цикл наших программ, сохранит жизнь еще нерожденному ребенку, не отдаст своего малыша в детский дом, а, возможно, и возьмет на воспитание в свою семью, согреет и приласкает кроху, то вот это и есть та победа. Победители наградили дипломами и ценными подарками. Приятно, что в этом ряду есть и юнкоры районных изданий. Организаторы конкурса, Комитет информации и печати и Департамент опеки и попечительства отметили, демографическая ситуация в регионе заметно улучшается. И работа местных СМИ по пропаганде семейных ценностей играет в этом не последнюю роль.